крепка, и танки наши быстрые, и наши люди мужества полны. Два государственных флага, знамя, марш. Так в танковом училище вчерашние курсанты становятся офицерами. Дипломы в руках, звезды на погонах. В этом году училище с многолетней историей выпускает 122 выпускника. Из них 25 краснодипломников. Наши сегодняшние выпускники ни в коем образе никогда не посрамят славу и память тех выпускников, которые нашему училищу снискали, наверное, самую лучшую славу, по крайней мере, в сухопутных войсках. 39 героев Советского Союза и 8 героев России. За годы своего существования училище стало достойной кузницей кадров для вооруженных сил нашей страны. Добрый путь после добрых традиций, последний студенческий марш, знаменитые «Вот и все» и бокалы с шампанским об землю – тоже одна из традиций. Подъем в 6 утра, строевые, физподготовка и железная дисциплина. За 5 лет вчерашние мальчики стали настоящими мужчинами. После окончания учебы я понимаю, что проделал большой путь. То есть учился здесь 4 года 9 месяцев. За это время понял, что такое настоящий коллектив, что такое армия на самом деле. Одним словом тут не передать. Тут много и радости было, много и горечи. Но вместе мы справились со всем, и вот мы подошли к финишной черте. Ну, у меня сын здесь заканчивал, вот, как его, военное училище, я даже аж рад, даже аж можно, как сказать, аж плакать. Впереди новоиспеченных офицеров ждет месяц отпуска, а затем их распределят по всей стране для прохождения самой настоящей службы. Ирина Брежная, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.